Франко-итальянская стройка века, высокоскоростная железнодорожная магистраль между Лионом и Турином опять под вопросом. Европейское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями ОЛАФ заинтересовалось источниками финансирования проекта. По информации группы депутатов Европарламента, есть подозрение, что часть денег пришла от мафии. Строительство туннеля через Альпы между Францией и Италией, одно согласование которого заняло десятилетие из-за протестов экологов и разногласий по поводу расходов, обойдется в 8,5 миллиардов евро. 40% суммы покрывает Евросоюз.